Добрый день, всем привет, мои дорогие поклонники, это я, Марина Девятова. Вы так часто задаете мне вопрос, как у меня дела. Отвечаю, дела у меня хорошо, потрясающе, замечательно. Как вы уже поняли, с 1 июня я стала самостоятельной артисткой. Ну, что хочу сказать, конечно, проблем меньше не стало, стало больше ответственности. Но мой коллектив меня поддерживает, родные и близкие люди вместе со мной, за что им огромное спасибо. Сегодня 25 июня 2013 год, сегодня день рождения у самого младшего, девятого. Сегодня день рождения у нашего Ваньки. Ваньке сегодня исполняется 5 лет. Замечательный мальчик, очень талантливый, поет очень хорошо, танцует, очень коммуникабельный, очень добрый. И мне очень хочется пожелать ему крепкого-крепкого здоровья, хочется пожелать ему, чтобы он рос счастливым, чтобы успехи у него всегда присутствовали. Ну и, конечно же, чтобы радовал он нас всех девятовых без исключения. В данный момент я нахожусь на студии Николая Демидова. Записываем мы альбом. Уже, к сожалению, меня рассекретили. Ну, на самом деле, а чего скрывать? Творческий процесс у нас продолжается уже в течение 2 недель. Записываем альбом. Как будет он называться, я пока еще не знаю. Рабочее его название «Акустический». На самом деле, в этот альбом войдут произведения, которые мне очень хотелось бы для вас исполнить. Поэтому делаю я это от души и для души. Еще хотела бы затронуть, дорогие мои форумчане, один очень деликатный вопрос. У нас на форуме есть замечательный человек, очень талантливый Александр Мельниченко, он же солдат. Я знаю, что Саша, к сожалению, доставляет дискомфорт вам, переполняет почту, закидывает различными письмами о своей личной жизни, в своих признаниях. Я хотела бы, дорогие мои форумчане, обратиться к вам и попросить вас быть снисходительными, быть терпимее. И я вам обещаю, что в ближайшее время мы этот вопрос обязательно разрулим. Саш, ну а в частности к тебе я хотела бы обратиться. Ты уж прости, что я это делаю публично, но другого выхода ты мне не оставил. Мне к тебе большая просьба, давай все-таки уважительнее относиться к форуму, к людям, которые приходят туда. Они ни в чем не виноваты, и уж поверь мне, то терпение, которое они проявляют к тебе, оно дорогого стоит. Пожалуйста, Саша, у меня к тебе большая, еще разок повторюсь, просьба. Давай как-то поменьше выставлять свои проблемы на наш форум. Ну, что ж, что вам еще хорошего-то рассказать? В июле будет у нас 11-го, по-моему, числа открытие Славянского базара. Мы к нему тоже торжественно готовимся. Там я буду вести открытие и исполнять одну песню, а также участвовать в концерте Дня Беларуси и России. Так что, дорогие мои форумчане, завтра мы едем с коллективом в Нижний Новгород, потом у нас 2 концерта в Тобольске, так что наша концертная деятельность не останавливается. Мы репетируем, а самое главное, развиваемся. Все сказала, все, что могла. Музыка не ждет, аранжировки тоже, музыканты торопят меня. Все, дорогие мои, целую, Марина Девятова, пока!